Друзья, всем привет! Стою я сегодня вот на таких вот барханах. Это бывшая пустыня, засаженная лесом. Ну и вот в этой пустыне растут очень красивые грибы. Сейчас ноябрь месяц, белый гриб можно встретить, но редко. Я приехал за маслятами, они еще есть и очень много. Так что хочу походить и поискать. Что я найду, я вам покажу. Но вы смотрите видео, комментируйте видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Рядом с мухомором два масленка растет красивых. Берем масленочек очередной. Красота. Два масленка показалось. Масленки тоже хорошие. Нужно их, правда, срезать. Чем я сейчас и займусь. Слядка. Два красавчика. Масленок. Красавец какой, а? Скачал специальную программу, чтобы не заблудиться. То лес запутанный. Я здесь был раза три. Ну, из этих трех раз два раза облукал. Так что надеюсь, что в этот раз не заблужусь. Что-то растет под деревцом. Кажется, масленок. Сейчас мы его чпокнем. Иди сюда, красавчик. Да, масленочек. Красивенький. Ищем дальше. Семейка маслят растет. Вот бархане на самой верхушке. Как в пустыне Сахара прям. Барханы, барханы. Этот еще маленький. Там по пути такие были высокие, что еле поднимался. Срезал. Красотулька. Берем. А вот еще семейка красивая. Берем. Красота. Смотрю, начинается сезон зеленушки.
такие бугорки в песке торчат. Там он. Там он их видно. Песок потрескался. Конечно, гриб вкусный, я его когда-то собирал. Но песка в нем видимо-невидимо. Как не мой, как не вари. Все равно по зубам трещит. Так что его сегодня брать не буду. Ну, гриб он классный. Как раз возле этой красивой елочки. Ну и вот прошло где-то полтора часа моих поисков. Туман так и держится. Вот что я имею на это время. Вот. В основном маслята попадаются. Но встречаются и беленькие, радуют. Ладно, будем искать дальше. Семейка маслят попалась. Красавчики. Выглядывает масленок. Оп, иди сюда. Думал, белый масленочек. Красавчик. Маслятки растут. Красавчики. Оп. Маслятки. Два масленка попалось. Хоть что-то. Ходишь, ходишь, тишина. Ну, маслята тоже хорошие. Маслятки. Кто-то, наверное, рыл, кто-то животное. О, иди сюда. Да. Вот маслятки попали. Берем. Оп. Оп. И еще один. Оп. Берем, берем, берем. Вот такой масленочек торчит. Сейчас мы его срежем. Оп. Плохо срезал. Оп. Красота. Берем. Маслятка.
Оп. Иди сюда. А, плохое. Не берем. А вот еще один. Оп. Берем. Тут будет получше. Вот такой красивый масленок. Старые маслята я не беру, что, а вот молоденькие, то что надо, забираю. Рядом еще вот такую кучку нарезал. Хоть и не менее белого, берем и маслята. Тоже очень вкусный гриб. Полянка маслят попалась. Здесь. Как вижу, здесь. Сейчас будем резать. Вот такую вот кучку нарезал. Красавцы. Маслятки. Где-то прошло часа два моих поисков. И вот что мы имеем. Маслята есть, даже очень много. Много переспелых. Но переспелых я не беру. Беру более-менее светленькие. Вот белого гриба мало. Может, здесь в пакете штук 8. Если что, то переедем после обеда. Погода хорошая, но что-то хмурится. Скоро будет дождь. Ладно, смотрим дальше.